подъезжаем к Детройту. Детройт — это город автомобильной индустрии. Детройт Сити. Детройт мрачный, черный. Безлюдный. Безлюдный, я также хотела это сказать. Ну, нормально все. А вот там уже... Если представляешь, что в наших городах на Новый год. А здесь? В Америке Новый год празднуют молодые. И то это праздник, говорят, алкоголя. Никакой так, ёлки. Нам надо поближе припарковаться, чтобы далеко не идти. Да, сейчас нужно давай найти парковку. Разберемся здесь. Так, сейчас пока едем прямо, а там трафик пока. Вот Детройт. Здесь очень в центре много ресторанов, баров. Детройт. Ёлка, гирлянды, народ. Запах марихуаны. Еще нету, но будет. А вот с маленькими какими приехали Новый год встречать. Happy New Year! Thank you. Парковка стоит $20, в том году 10 стоила. Друзья, вы на канале Interesting Life. Увлечение по жизни. С вами Наташа и Юра с Детройта. Сегодня с Детройта. Елки. Центральной елки. Вон у нас Макс подъехал. Сегодня мы вещаем с Детройта с центральной елки. Как раз канун Нового года через... где-то через 400 будет это Новый год. Мы решили посмотреть центр Детройта. С Новым годом! Счастья, мира, любви, всего самого лучшего. Боже благословения. Всех вас. Арбат в Детройте. Детройтовский арбат. Магазинчики. Санту. Вообще. Це щось, слухай, я таке взагалі... Кремовая начинка. Вау. Катаються. Некоторые просто ходят. I don't know. Got all. Вот лошадки такие. Покататься на карете стоит $40. Катаемся на лошадке. О, она сразу вторая за нами идет. Осваиваем новый вид транспорта. Если бензин поднимут в цене, будем покупать лошадь. Травы у нас много, газонокосилки есть. Нет проблем. Ослик дешевле. Только на работу придется 8 часов добираться на ослике. Покупаем шарики. Хорошо,
Вот теперь все с шариками на Новый год. Остается, да? Сверху все собирает, ага. И еще там льет немножко воды, выделяется вода немножко, и получается такая горка ровная. Здесь все коньками так изъездили, что везде ямочки, и неудобно ездить. А он когда приезжает, немножко льет воды, исчищается, и получается ровно поверхность. Это звук Детройта. Здесь часто сирены или пожарные, или милицейские. Шарики еще выключаются, да? А, да, ага. Светящийся лес. Да. Ищем наших. Отдыхают конькобежцы. Лед чистят, они отдыхают все. Нет. Какая здесь интересная зона с поленами, с березками. Фотографии здесь делают. Угу. Здесь фотозона. Ресторан, который выходит окнами на каток и на елку. Я иду за коньками. Кто со мной? А мы вас ищем. Сколько монеток здесь? Билет на каток стоит для взрослого $12, для ребенка до 12 лет $9. А для тех, кому за 59 лет, только $9. И за коньки $6. Конечно, есть бар, где можно взять напиток. Алкогольный. Шучу. Нет, безалкогольный.
и булочки разные. Правила парка. Без алкоголя. Ждем, попьем кофе сейчас. Узнимаю. Сейчас купим кофе и погуляем еще. Кум с кумой ждут кофе. Он в середине стоит бара, сделал предложение ей. Попросил ее руки. Ты классно катаешься, Никита? Он хитрый, он самый хитрый. Он не по кругу по большому, а по центру, где народу меньше. Давай еще немножко. Смекалка есть. Крестный с крестником. О! Нет, там бить. Памятник в центре Детройта. Орлы и мужики. Белая лошадка наша. Бачишь, она на стихе била, она села. Ну что ж, катаемся на карете по центру Детройта. Катаемся на лошадке, на карете. Да, смотри, там какой переход, не там все там. Это красотища. Отдыхают люди, не? Да, на лошадях. Огоньки сверкают. Уже в рестораны подсматривают. Самое вкусное еда это дома, когда мама готовит. Ресторан. Какая лошадочка красивая, упитанная. Подожди, а мне не тоже там припасовали? Где, откуда я уходил? Все, давай, давай. Автобус какой стоит. Прям кажется, что живой. Сейчас ждет и поедет на тебя. Здания в центре Детройта мрачные такие. Офисные здания. Видовая лестница все время в фильмах показывает, как убегают по ней. Вы кто такой? Это я. Вы меня потеряли. Я иду на парковку за машиной, а вы куда идете? С вами вместе. Прекрасный, на свежем воздухе где-то 2 часа были. Посмотрели на людей, себя показали, так сказать. Да. Вот. Людей так много было. Очень много людей, да. Я думаю, что если не будет снега, еще был дождь с утра, что никого не будет, куча людей с детьми отдыхают, катаются, наслаждаются выходными днями. Так что... Все прекрасно, все хорошо. Сейчас едем с Наташей мы. Одеваем она бальное платье, я костюмчик с бабочкой. Едем на Новый год к нашим кумовьям.
будем встречать Новый год у наших хмельев. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Всех с Новым годом! Счастья, здоровья, любви, удачи, всего самого-самого наилучшего! Мира, любви, исполнения желаний, душевной теплоты в семье, внимания от родных и творческих успехов. Да. Согласен. И успехов в спорте. Согласен. Тут я согласен, Натуся.